поднял бабла. Стали другими дела, стали считаться со мной. Знают, кто теперь я. Поднял бабла, машина в линию дала. У тебя талант, братан. Да какой? Играть онлайн. Все говорят, АК. А как поднять бабла? Привет всем, это Витя АК-47. Расскажу вам свой любимый плейлист для Rhyme Magazine. Поймал удачу и держу за оба крыла. И первый трек у меня будет All Dirty Basta, Shimmy Shimmy Ya. Данный трек у меня ассоциируется с моей школой. Он пробыл много в моем плейлисте, когда у меня был плеер, когда у меня был телефон, когда у меня появился компьютер. Всегда я любил и люблю этот трек. All Dirty Basta RIP. Следующий трек это Dr. Dre, Still Dre. Конечно же, этот трек уже стал классическим треком. Очень много с ним связано, прямо очень, даже не знаю, с чего начать. Мы и слушали его и в школе, и в машине, и занимались брейкдансом, и монтировали под него видео. Тут ничего не надо объяснять, Still Dre – это классика. Пожалуй, следующим треком я назову группу Psycho Realm, Psycho City Block. Когда в первый раз я купил себе широкие штаны, я взял свой CD-плеер, купил в него новые батарейки и просто кайфовал от этого трека. Просто это супер трек, я даже не знаю, что сказать. Ну, нравится и все. Onyx, Raise It Up. Под этот трек мы тусовались, я помню, мы поставили диван около подъезда, включили магнитофон, и люди проходили и смотрели, а у нас играл бешеный Оникс. Под этот трек мы слэмили на рэп-тусах, толкались. Хорошие времена были. Следующим треком я назову The Notorious B.I.G. совместно с Eminem'ом Dead Wrong. While I take totes of the marijuana smoke, throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer, motherfucker, say your prayers. Помню впервые, когда я услышал этот трек, мое сердце застучало быстрее, потому что битуха там очень такая, как сказать, мощная, напоминает какие-то военные трубы, какой-то марш, что ли. Значит, очень поразил меня этот трек, и мы с моим другом Стасиком крутили его на репите постоянно. Дэмиен Марли, сын Боба Марли, Stuck in Between. Этот трек у меня ассоциируется с моим городом, то, как я только начинал. Мы танцевали брейк-данс, кто-то катался на BMX-ах. В общем, в этом этот трек мне нравится за то, что в нем сочетание рэпа, рока, регги, ну и растаманских мотивов. Очень классный трек. Если вы еще не слышали, послушайте его. Перейдем на новую школу, на современный рэпчик. Я назову Young Thug с композицией Freaky.
Этот трек очень нравится мне по музыке. Этот артист нравится мне потому, как он передает этот жанр. Мне как бы это близко, мне это нравится. Это очень мелодично. Он умеет и читать, и петь. В общем, послушайте. Ты слышал, да? Это, блядь, ты понял? Это мой трек, да, я теперь один, ты теперь одна. Они проехали и специально на нас смотрели. Сейчас, наверное, на второй круг пойдут. Следующий трек у нас Vince Staples, Guns N' Roses. Guns N' Roses, another young boy lost, another fallen soldier. Younger brother, tears falling on his mother's shoulder. She got some tears of her own, wish she had loved him stronger. Ну, этот трек уже как бы из новой школы. Альбом вышел не так давно. Но нравится он мне за то, что он построен на сэмпле. Там нет никакой там супер быстрой читки. То есть это новая школа, но со старыми мотивами. Мне это близко. Поэтому я выбираю его. Следующий трек очень классный. Он от такого исполнителя, как Schoolboy Q. Называется он Break the Bank. Schoolboy Q тоже является представителем как бы новой школы, хоть он и давно в рэпе. Но мне нравится, что опять же они делают все со старыми мотивчиками, со старыми сэмплами на новый лад. И как он выглядит, как он двигается, что он делает, мне нравится. Поэтому я скажу, что это крутой трек. А следующим треком у нас будет Джон Уэйн с композицией Black Magic. The news reporter, he walked out of the TV, brushed off his shoulders like he didn't even see me. Everything is green and black, the internet is real and my eyes are not intact. Этот трек ассоциируется у меня уже с Москвой. Тут все это началось. Тут мы подсели на новую музычку. Это не настолько популярный рэпер, так скажем. Но не всегда все популярное крутое. Я скажу так, этот чувак молодец, и мне нравится этот трек. Читайте и подписывайтесь на Rhyme Magazine. С вами был Витя АК. Пока. Поднял бабла, стали другими дела, стали считаться со мной, знают, кто теперь я. Поднял бабла, машина в линию дала. У тебя талант, братан, такой играть онлайн. Все говорят, АК, а как поднять бабла?